Привет, друзья! С вами Сольфик. Петь чисто, учимся быстро. Пятый класс, номер 452. Разбираем. Размер 4 четверти. При ключе 5 бемолей. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, ре бемоль и соль бемоль. Тональность ре бемоль мажор. Настроимся в тональности. Первая нота – соль бемоль первой октавы. Споем ее и запомним. Соль бемоль. А теперь дирижируем два пустых такта и слушаем, как звучит этот номер. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и. А теперь я предлагаю спеть этот номер вместе со мной. Итак, дирижируем два пустых такта и поем. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и. Замечательно! Для уверенности повторите этот номер еще несколько раз. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой с друзьями, а также пишите в комментариях заявки, пожелания на те номера, которые вы хотели бы услышать. С вами был Сольфик. Пока-пока!